Добрый вечер. У нас вот до революции, когда у нас был, в общем-то, русский язык нормальный, у нас годы революции и гражданской войны, 6 реформ русского языка прошло. Там выбросили вот торжественное письмо, то все сказали, что это Кирилл и Мефодий сделали, когда-то там, да. Но это свист тоже. Реформа была вот именно после революции. А у нас было 151 знак. Но все святые награды, там Абрамов Шубин говорит, 147 знаков. А вот Гриневич, он нашел, что по всему миру встречается 151 знак всего. И больше не встречается никаких. Но он все это проанализировал. Фески диск, кстати говоря, расшифровал в свое время. И вот что интересно, у нас, когда начали использовать высокочувствительные кардиографы, обнаружили, что колебания вот этих вот кардиограмм, маленькие зубчики, они по 3 зубчика. Все время разные. И вот всего таких колебаний, триплетов, 151 вариант. И 151 знак, о которых говорит Гриневич. Ну и, в принципе, это говорит о том, что сердце наше, в котором находится душа, общается с нами. И интуиция, которая именно сердечная, эта интуиция связана со связью с душой. То есть мы можем через общение с душой узнать и про прошлую жизнь, и мы можем, в принципе, знать обо всем, что происходит в мире, потому что душа обладает качеством вездесущности. И она с нами общается на древнерусском языке с помощью вот этого алфавита. И вот когда человек меняет язык, связь с душой прерывается. И вот явление внезапных смертей, на которые отвалено много денег, ООН, но так они и не решили эту проблему. В действительности внезапная смерть связана с тем, что душа, потеряв контакт с телом человека, с его сознанием, стремится покинуть тело сама, добровольно. И поэтому возникает внезапная смерть. Ну и переход людей на новые языки массово тоже приводит к многим смертям. Но нас, видите, за душами гонялись, особенно за старыми. А здесь человек, если добровольно переходит на новый язык, вот, ну, собственно говоря, душа попадается. Потому что она не хочет, чтобы человек наделал глупостей и сразу попал на Галах. И поэтому она старается уйти, чтобы попасть все-таки в лог людей. Хотя ее никто не провожает. Но помню свои прежние заслуги, свое происхождение и свою старость. Старые души, они все равно ценны не только для инопланетян, которые стараются их заманить к себе на планету, потом их выпотрошить все знания о предыдущей цивилизации. Вот. Ну и для наших тоже погибших душ, старых, которые продолжают существовать в логе людей. Так вот, когда у нас были реформы языка русского, нас ведь, вот помните, нашли семейство Лыковых. Семейство Лыковых, которые говорили на непонятном русском языке. Но они
почему так получилось, что они говорили, а мы же, смотрите, читаем вроде как Пушкина, Лермонтова, мы все понимаем. А Лыковы, которые ушли в скиты после революции, да, они на непонятном говорили. Это было связано с тем, что у нас было открытое словообразование. И была третья сигнальная система. Вот третья сигнальная система – это когда буква имела значение. У нас все буквы, в принципе, они имели значение. Потому что ас, буки, веди, глаголь, добро, есть. Ну, это фактически молитва наша азбука. И поэтому каждая буква значима. Мы когда хотели сказать какое-то новое понятие, сейчас же мы заимствование из латинского или там жреческого языка, и у нас новое слово, новое понятие. Хотя оно не соответствует тем корням, которые представляют в данном случае. В каждом конкретном приходится брать, потому что у нас других способов словообразования сейчас нет. А раньше слово была аббревиатура понятий. То есть вот эти буквы мы писали, мы определяли это понятие. И поэтому любое новое понятие мы все понимали. Потому что у нас была третья сигнальная система. Первая сигнальная система – это когда у нас фактор, да, и связь возникает. Вторая сигнальная система – когда слово появляется. Слово, ну и связь. Это вторая сигнальная система. А третья – когда буква. Ну, как вот представить, вот экспериментатор заходит, кормит собаку. Собаки уже вырабатывают желудочный сок, потому что они знают, что фактор пришел, да, случился. Это вот первая сигнальная система. А когда там экспериментатор там ходит, то он говорит, всем есть. И вот на эту фразу у тех же собак тоже вырабатывается условный рефлекс. Хотя собаки вроде как не разговаривают, но они речь понимают человеческую. То есть у них тоже вторая сигнальная система есть, правда, без отдачи. То есть сами они не могут продемонстрировать. А у нас была третья сигнальная система еще на буквы. И вообще у нас в прошлом был не один язык. То есть слова, да, мы могли образовывать. У нас был, например, еще синзар. Вот словами мы как бы уже абстрактные какие-то понятия можем делать. Не конкретные, а абстрактные. И, в общем-то, в этом в какой-то степени прелесть нашего языка была, пока нам не убрали третью сигнальную систему. Вот. И Лыковы, собственно говоря, они как раз владели этой третьей сигнальной системой. Они знали русский язык, какой он был. Вот сейчас Агафья там осталась, да? Но она родилась уже в войну. Она уже ничего не знает. А вот остальных всех, в принципе, убрали. Их. Потому что они бы рассказали, что такое русский язык. И у нас вот славянские народы, которые тоже говорили на русском языке, но у них стали, ну, как бы заморозили, когда убрали буквы. Ну, то есть именно название буквы оставили только звуки. Ну и все, язык поплыл. Он перестал развиваться. Он остановился. Ведь в русском языке было более 100 падежей. У нас вот сейчас, ну, 6 только падежей, да. А у нас остались и все остальные падежи в русском языке. Хотя их вроде как бы и не должно быть. Ну, то есть, именительный кто что, да. Дательный кому чему. Творительный кем чем, да.
и предложены о ком, о чем. А вот у нас есть еще уважительный. Это Боже, Перуне, Яви, Нави, Праве. И они отвечают на вопрос «Где?». Вот слово исчез этот вопрос «Где?». А еще революционный был. Или звательный падеж. Саш, Петь, Тань, Вов. Тоже исчез. Он остался, но уже не изучает. Или временной падеж, отвечавший на вопрос «Когда?». Завтра, вчера, через месяц, послезавтра. Или страдательный, отвечаешь на вопрос «На ком?», «На чем?», «На верблюде?», «На горе?», «На машине?». Вот место указательное тоже вот исчез. На вопрос «Где?» он отвечал. «Где?» в Сочи. «Где?» в ресторане встречаемся. Вот вроде «Где?» в ресторане. Ну, сейчас говорят, что это предложный. Нет, это местоуказательный. Но есть еще один тоже местоуказательный вопрос. «Куда?» «Куда вы пошли?» «В цирк?» «В кино?» Или, например, такое. Обратное место указательное. Откуда? Откуда приехали? От кого приехали? От кого пришли? Или, например, притяжательные падежи. Изменяющиеся и по родам, и по числам. Это вопрос чей? Петин, Танин, Федин. Или чья? Петина, Танина. Или чье? Петина, Танина. Когда по родам вот изменяется. Вот. Определительный тоже вот был. Отвечаешь на вопрос, который и которая. Вася, Таня, который первый, третий. У нас, видите, тех же букв «И» было 7. Они и по длительности различались, по высоте. Вот. Ну и по звучанию тоже они отличались. У нас же звук «И» он вообще опасный. Если, допустим, его певцы поют, звук «И» нельзя его держать долго. Порвешь связки. И они поэтому всегда поют и изменяют на «э» или «е», но не чистое «и». И можно себя разрушить. И поэтому было 7 еще этих «и» у нас в языке. Вот сравнительный падеж, отвечавший на вопрос «на сколько?» На треть, на четверть. Или внутренний падеж. В ком, в чем, в Пете, в Тане. Ну вот и так далее. Я все не буду их сейчас перечислять, эти падежи. Мы, они остались в русском языке. Он их просто не изучает сейчас. А до революции все это изучалось. Очень много исчезло вычислительных. Десятки. Это связано с тем, что у нас количество числительных связано было со множеством арифметических и прочих математических действий. Ну, мы же знаем только умножение, деление, вычитание, сложение. Вот. Ну, еще возведение в степень, извлечение корня, ну и квадратного в том числе. Ну и нахождение степени, это логарифм, вот 7 действий, и все. В реальности у нас количество математических и арифметических действий бесконечно. Все это было известно и в XIX веке.
Ну и в начале 20 века все это было известно. Но у нас во время революции школу и все уничтожили. Вот было просвещение, например, да. А сейчас что просвещение, что образование, все одно и то же. Просвещение было связано со свящой. А образование было связано с созданием образов. Вот образы, которые мы занимались тем, что образовывали исчезнувших у нас двойников. У нас астральные, ментальные и эфирные двойники после нашей смерти, они погибают вместе с нашим физическим телом. А остается душа, дух, ну и родовое тело. Не у всех, конечно, есть душа, но родовое тело есть. Родовое тело часто, это преддуша как бы, но она заменяет душу. Потому что душа – это много воплощений, но не одно. А вот преддуша, она может только первое воплощение быть, и все. Но она тоже страдает за эту жизнь, копит гавах для того, чтобы потом отдать его этим вот завоевателям. И вот количество вот этих действий, почему их было, мы о некоторых поговорим еще, да, важных. Потому что это было, во-первых, связано еще с тем, что количество этих, ну, говорят, тригонометрические сейчас функции, правильно, геометрические. Тригонометрия – это вообще не то. Нет, это совсем другая дисциплина. Тригонометрия. Гон – это вообще одно из центральных понятий православия. Это перенос свойств с одного тела на другое. То есть по логике вещей, если вы знаете, как переносить свойства, учиться не надо. Достаточно приложить виски ученого, ученику, вот, и прогнать какой-то поток. Поток всегда переносит. А потоки почему не переносили? Потому что, ну вот мы говорим, продуло, да? Посидел на форточке и продуло. Почему? Что опасного? А дело в том, что ветер как раз переносит свойства. Если мимо форточки там прошел человек, которого простуда или еще что-то, ну, вот вы заболеете тогда с него, потому что сквозняк перенес свойства. Или в воде там, вода же идет, поток. Зашел человек с соплями, поставил рядом с вами, и вы заболели. А вы даже не дышали в его сторону. Вода перенесла его свойства. Особенно эфирные ветра. А мы их не наблюдаем. Ведь эфирные ветра, они везде дуют. Вот. И как они подули, мы это не контролируем. Могут перенести что угодно. У меня знакомый, он посидел под феном. У него парализовало лицо, тройничный нерв. Ну, вы знаете, что такое паралич тройничного нерва. То есть лицо каменное, эмоций нет. А потому что ветер. А рядом был парализованный человек за стенкой. Поэтому смотрите, когда используете фены. Неважно, откуда. Смотрите, откуда надо направлять. Не направляйте на квартиру, от квартир. Когда вы не знаете, тем более, кто там живет и чем они там болеют, вы можете перенести эти болезни на себя. Ну, или на тех, которых вы пытаетесь там феном этим посушить. Так вот, почему у нас, Лыка, вы говорили на непонятном русском языке, а Пушкин, Лермонтов, Державин, Тютчев и другие, которые жили до этих Лыковых, говорят на понятном русском языке.
Во-первых, потому что их очень хорошо отредактировали. А во-вторых, то, что у нас язык все время менялся. И поскольку у нас была третья сигнальная система, мы все прекрасно понимали. Как бы язык ни менялся. Сейчас, конечно, мы приедем там в Черногорию или еще куда-то, где своя субкультура. Потому что рельеф другой, другие плоды, другая растительность. И все, уже язык начинает меняться. Он становится непонятным. Поэтому у нас вот все славянские народы для нас иностранцы. После того, как ввели озвучку букв. Не обозначение, не функцию этих букв. Потому что буквы, они связаны с богами были. Вот. Отменили, когда у нас торжественное письмо, это было 108 букв. Они звучали практически так же, как вот эти вот 43 буквы, которые у нас входили в нашу кириллицу. И вот 43, а 108 отменили, в сумме 151. Тот знак, который говорил, то количество, которое говорил Гриневич. И фактически, который обозначил у нас Абрамов Шубин. Всей святной грамоте, 147 он сказал. Но надо не забывать, что у нас помимо мягкого знака, твердого знака, был еще носовой знак. То есть мы могли говорить в нос, через нос, как сейчас говорят французы. Вот. Ну и, соответственно, буква и смысл уже менялся. Точно так же, как мы сейчас используем мягкий знак или твердый знак. И, в общем-то, уже происходит изменения, потому что пол, по которому мы ходим, и пол, это которая половина, мужчина, женщина, они названы половинами, потому что целый человек, когда мужчина и женщина, объединены как одно целое. Об этом еще писалось в книге «Мужчина и женщина» тоже 19 века. Вот, ну, на 1905 году выходила последний раз. А потом недавно вышло тоже, ну, лет 10 назад, может быть, у нас. Вот, это тоже любопытная книга, потому что там описано, например, как сделать, чтобы у вас родилась девочка, или как сделать, чтобы у вас родился мальчик. Потому что раньше, в 19 веке, во всяком случае, всегда регулировалось, кому вы вызываете, чтобы у него пол совпал с полом прошлого воплощения. Вот не было такого, что если вы родились и жили в той жизни, были мужчиной, а в этой стали женщиной, то недопустимо. Это приводит к тому, что у вас скрытый фактически гомосексуализм. Он может и не проявиться, а может и проявиться. И вот их, особенно когда начинают там в Европе той же мальчиков воспитывать как девочек, понятно, что у них это запросто может проявиться. Вот. Пол всегда соблюдался. Вот божественная та же самая письменность Деванагари. Она была божественной только по той простой причине, что использовала явление соответствия изображения звуку. Вот это возможно в том случае, если вы берете, ну, у нас число как можно представить? Графически. Или в виде звезды, или в виде, правильно, многоугольника. Вот если вы возьмете правильный многоугольник, неважно сколько там, 108, 50 граней,
Возьмите металлическую пластину, в центре сделайте дырочку и поместите на штатив эту пластину. Закрепите на штатив, ну штатив он такой вот, а на нее сверху кладете пластину. Насыпите мелкодисперсный песочек, пройдете смычком, и у вас появится картинка. Картинка, она появляется для каждого многоугольника правильного своя. И вот этот звук, который звучит и формирует вот эти вот пучности, он, собственно говоря, и отображает букву. То есть графика точно соответствует этому звучанию. Никакому другому. Поэтому у нас звуки соответствовали изображению. Изображение рождает звук, а звук рождает изображение. В природе все потому, что обратимо. Магнетизм рождает электричество, электричество рождает магнетизм. Движение рождает тепло, ну, пуля она летит, ударяется в стену, стена нагревается. Движение перешло в тепло. Тепло, опять же, вызывает движение. Пороховые газы в ружье расширяются и выталкивают пулю, передают ей движение. То есть все в природе обратимо. Поэтому, если у вас звук родил изображение, изображение тоже рождает звук. Но оно, мы, конечно, не слышим. Но оно, когда или дует ветер, или там на свету, но оно звучит бесконечно тихо, но звучит. И вот Деванагари – это, собственно говоря, письменность и одновременно язык. Потому что из этих букв мы создавали слова, из этих изображений. Причем, конечно, вот все вырисовать, там же очень красивые узоры получаются. Весь вырисовать не надо. Достаточно взять часть. Потому что у нас голографические изображения, они обладают качеством того предмета, который они изображают. Ну, например, если вы голографически засняли зеркало, вы можете в него смотреться. Оно будет отражать ваш образ. Или возьмете линзу, сфотографируете голографически, можете на нее наводить свет, и она будет преломлять. То есть рисунок имеет качество предмета, который этот рисунок отображает. Причем вы можете ломать эту голографическую картинку, но вы в нее будете смотреть и видеть все равно изображение всего. Это как зеркало. Вот вы видите в зеркале изображение в большом, разобьете его на мелкие кусочки, смотрите, и оно все равно отражает весь мир, который его окружает. Вы можете с той стороны посмотреть, с другой посмотреть, все равно будет отражаться. И вот эта способность частички буквы, она и будет буковой, но настоящей буквой. У нас сейчас придумали такую букву, придумали такую, и вот договорились, что надо так рисовать. А оно не соответствует реальности. Реальности соответствует именно Деванагари. У нас был еще язык один Сензар. Дело в том, что любой предмет, он имеет звучание свое. Растение или животное. Ну, животные, там, птички, там, ну, кто угодно. Они могут естественные звуки иметь. И у нас в русском языке, кстати, вот этого Сензара слова остались. Потому что мы говорим «тишина». Вот слышно вот это «тишина». И, например, говорим «шепот». Мы передаем вот это шипящее, едва слышимое шептание чьё-то. Или мы говорим «листья
шуршат. И слово передает звучание этих листьев. Или птицы, например, мы говорим «Иволга» – название. А она так и кричит «И-о». Ну, как немножко напоминает, как осел. Но вот этот длинный «и» у нее присутствует, и поэтому мы говорим «Иволга». Или, например, «Коростель». Он на латыни вообще идеально звучит. «Крекс-крекс». Это передача точного звучание, которое извлекает из себя птица. Ну или мы говорим «тигр». Мы передаем рычание тигра. И в то же время, когда мы говорим там «лев». Ну, название кошек, например, на многих языках «мяу» так и называется. Передается звук самой кошки, когда они мурлычат или мяукают. А вот сензар, он тоже распространен в космосе. Вот языки абстрактные, их мало. Ну, как вот у нас язык, на них мало кто говорит. А вот говорят на телепатическом языке, говорят на языке запахов, говорят на языке звуков. Вот, ну, еще танцы. Вот четыре этих языка. Ну, вот если мы хотим выучить иностранные языки, говорить с космосом, мы должны все эти языки знать. И запахов. Но для запахов у нас специально был вомероназальный орган, он и есть. Он выстилает дно носа. И он способен не только воспринимать запахи, он способен их и источать. Вот когда я встречался с этим первый раз, ну, у меня был первый учитель из гоблина, но он был не совсем гоблин, у него мама была, папа был гоблин, а мама была русский, как он сказал. Ну, поэтому я над ним все время шутил потом. Вот. Вот он мог источать великолепно. Ну, говорю, что ты тоже можешь. Вот, мы с ним встретились там в кафе, и он менял там мне вкусы. Самое простое, это у нас был кофе, мы кофе там заказывали, а он его делал там апельсин, чтобы он пах апельсином, вот яблоком там, ну, разные. Стирал мне изображение, но он показывал свои возможности, какие он умеет. Вот, но я, конечно, сразу напросился к нему в ученики, вот. Ну, и мы с ним долго работали. Вот. А мы пришли с ним поменяться книгами. Вот. Я принес свой список литературы. Вот. Ну, как свой принес. Вот. Ну, и когда он почитал мой список, сказал, что это не книги по магии, а лапша на уши. Вот. Я подумал, что он специально занижает мою коллекцию для того, чтобы побольше, так сказать, снять с меня книг, а мне дать там немножко. Но я ошибся. Он мне потом подарил свою вообще всю библиотеку. Вот, потому что у него не было жилья. Вот профессионалы, вот у них нет жилья. Ну, не в нашем обществе, но их, я не знаю, кто-то их приютит, но они могут жить и где хотят. Для них нет, они проблема. Единственное, конечно, зимой в лесу тяжело жить. Жертвы вообще нет никакой. Поэтому, когда идет посвящение, да, раньше так было, надо год прожить в лесу с топором, с одним. Вот, ну, тогда было можно поесть хоть что-то там, да. Ягод было много всего. Сейчас ну, идет там сезон клубника, вернее, черника, голубика, ну, костяника еще. Ну, практически все. Больше сейчас в тайге ничего нет. Вот на севере там, говорят, еще княженика сохранилась, но это. Ой, это
морожка еще там есть. Но у нас в наших лесах их не было. Вот. Корни там, ну вот можно там шиповник, например, как корни, они, если их делать отвар из них, они жирные такие, жирный отвар, вкусный, кстати говоря. Вот. Но надо очень тщательно очищать от земли, потому что запах земли будет, если не очистишь. Вот, то есть надо промывать тщательно. И вот эти четыре языка позволяют, в принципе, нам общаться со всем космосом. И если у нас будет, в конце концов, такая возможность освободиться, я думаю, что мы сразу начнем и восстановим просвещение, и восстановим образование, и становление. Ну, у нас там много было названий, которых сейчас нет вообще. И те школы, которые... Вот просвещение у нас со свечой связано было, да? То есть люди в одном классе были все. От самых больших до самых маленьких. 10-й класс, 5-й класс. Все вместе. Почему? Потому что класс – это кола-ас. Надо вспомнить себя, когда ты был асом реально. Асуром. И поэтому класс – это сколько ты жизни вспомнил, а не сколько ты лет тренировал свою память в школе. Вот. И поэтому, проникая в прошлое своей жизни, не просто вспомнил, кем ты был, с кем ты был, как ты был, а еще знать навыки. Нам ведь по логике вещей, если мы уже живем не одну жизнь, не нужно снова все учить и воспринимать. Достаточно вспомнить и, в принципе, иметь все то, что ты был. Все те, которые навыки имел в той жизни, их использовать в этой жизни. В свое время мне написал один татарин письмо, как создавали татарский язык. Татарский язык тоже новодел. Он написал, что он сидел в концлагере, ну, в нашем большевистском. И вот ему эти спецы говорят, если хочешь выйти, вот выучи татарский язык и иди учи своих односельчан. Это мне он один написал такой. Я думаю, таких много было людей, которых заставили выучить новый язык татарский. И потом, значит, его нести в массы. Ну, я заметил, например, у меня друзья, ну, много татаров в друзьях, которые перешли на татарский язык, стали говорить, стали думать на них, на этих языках. И у них поплыла. Говорят, кукушка, да? Ну, фактически, они перестали быть творцами. В свое время мы обследовали английскую школу. Ну, английская школа, вы знаете, это там на английском языке уроки идут. Ну, людей заставляют выучивать очень хорошо английский. И они даже начинают думать на нем. Так вот, детишки, как правило, ну, раньше, во всяком случае, попадали в действительности многообещающие, с хорошими способностями. И вот большинство из них, как вот мы делали там опросы, вот, они не состоялись, как обещали, их способности, потому что их способности английский язык блокировал. Потому что английский язык, он примитивный. Там же всего два падежа. Но у нас, если смотреть там
ну, в немецком, там, в германском 5 падежей. Ну, это в немецком-то вообще нету. Там прилагательные глаголы даже не различаются. Этот, в Дагестане есть язык, где 56 падежей сохранилось. Вот. Ну, в японском там 11 падежей. Вот. Но есть языки, где более-менее. А вот все славянские, ну, там 6-7 падежей считают. Вот. Ну, некоторые считают, что звательные есть. У некоторых нет. Ну, притяжательные тоже еще. Ну, у нас притяжательные, звательные говорят в институте, на филологическом факультете. Ну и все, даже те, которые перечислил, их не называют. А бедность языка, она приводит к примитивности мышления. И поэтому детишки, обещавшие большие надежды, дававшие, они их не оправдали, потому что перешли на новый язык. И вот массовый переход на язык новый, да, сейчас же модно. Он сейчас еще придумали дальневосточный язык, сибирский язык, внедрять собираются. Вот. Но это опять же все деление. А нам надо возвращаться к русскому, древнерусскому языку, который, в общем-то, давал, во-первых, многомерное мышление, многомерное сознание. Вот. И если мы включаем вот эти вот и другие языки, которые связаны с запахами, звуками, движениями, танцами, вот мы делаем свое мышление и сознание многомерным. Самое главное, мы сможем со всеми общаться, ну, многими цивилизациями, во всяком случае, которые живут не только в нашей Вселенной, но и в космосе, и на свете их, во всем свете их много разных. Но мы сможем со многими общаться, везде путешествовать, общение, возможности. Я понимаю, что, в общем-то, проблема объединения людей, вообще всех и цивилизаций, и народов в одно целое, это практически невыполнимая задача. Но я думаю, жрецы, если они, помимо того, что мы сейчас выбрали разрушительный, в принципе, путь, читки, которые, в общем-то, ссорят, опять же, делят людей. Но если мы выберем читки, которые объединяют, это больше шансов и возможностей, в общем-то, выжить. А мы идем по их пути сейчас, на разрушение. Но мы-то по природе не разрушители, мы-то ведь не паразиты. Это они паразиты. Поэтому я думаю, что наши поэты подумают о том, как сделать емко, коротко и по существу, чтобы это объединение началось. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Наши предки развеивали прах после кремации. Стоит ли выкопать урну с прахом своего родственника и развеять его, если он был недавно закопан? Пусть на свободе будет, чем в коробочке. Как правильно поступить? Посох обязательно должен быть полон внутри. Повторите, пожалуйста, что означает «будет пол». Не законспектировал. Но по поводу развеивания праха, но есть такие завещания, когда они просят развеять. А вообще родственников хранили обычно у себя в усадьбе. И прах их устанавливали так, чтобы он мог помогать.
Вот. Ну и я знаю, у нас именно не прописные, вот их разбили. Их, ну, село уничтожили, и вот один такой человек, ну, здесь в Московской области прибился. Я не буду говорить, кому, что. Вот, но вот его похоронили у себя в этом. Ну, он, конечно, пришел, и там их травили, потому что... И я, кстати говоря, еще... Ну, тоже там в Сибири читал лекции, ездил, так, когда еще ездил. Вот. Ну, и говорил, что вот в 45-м году, когда мы уже победили окончательно немцев, наше правительство взялось добивать... Ну, я имею в виду, германцев победили, да? Вот добивать немцев. А немцы были в Сибири все. Вот эти вот города, Тобольск, Томск, но они сейчас... находятся в других местах. А раньше Тобольск был столицей Сибири, Тарталии. Красивейший город, но разбомбили. И вот, когда они брались их уничтожать, остатки немцев, вот, наши летчики отказались бомбить эти города. Ну, всех же не расстреляешь. Первую-то партию расстреляли, конечно, за отказ. А взяли этих германцев. Ну, германцы стали бомбить. Но я это рассказываю, этот феномен. Но он же тоже неизвестный. И стоит... Женщина подходит ко мне после лекции, говорит, вы знаете, не только бомбили самолетов, но давили танками и травили газами. Вот, и нас, говорит, детей, ей было 5 лет, до 5 лет всех отправили по детским домам, а остальные все были расстреляны. То есть православие, оно уничтожалось жестко. Все знания православия, все уничтожалось. Да и вот этот человек, который пришел, он был больной, но он отравлен был этими газами. Все время болел. Ну, в конце концов, умер. Но много чего рассказал. Вот. Но я опять же говорю, что и особо не посвящаюсь в эти все дела. Вот. Но они вот хранили... у себя на участке, и они его похоронили тоже. И он, поскольку был неприписной, его не надо было регистрировать, что он умер. Умер и умер, все. Так что раскапывать и потом еще развеивать. Если не было такого завещания, то нет смысла. Посох обязательно должен быть полон внутри, желательно. Повторите, пожалуйста, что означает «бул-бол», не законспектировал. Вообще, бол вообще происходит от блазна, слово «болезнь» отсюда вот идет, да. А блазн – это знак «бла». А «бла» – это, ну, во-первых, «бал» – это звучащая мера, наша звучащая мера. Мы на эти звуки тоже хорошо реагируем. Вот. И эти звуки, если использовать, ну, они способствуют как раз эволюции человека. Что касается булы, ну, була в правах, это было введено в свое время поправки. Була в правах человека. Как надо делать закрутку по часовой, сколько минут в идеале, чтобы получить результат. Вообще сама закрутка уже дает результат, как правило, если вы крутитесь в противоположную Земле сторону, ну, то есть по Солнцу, вы, в общем-то, можете получить хороший результат в плане умножения, потому что суфии, которые крутятся, они
что ему 60 лет, что 20 лет выглядит одинаково. Ну, потому что вот, тормозятся процессы увядания при закручивании. А они могут и 4 часа крутиться, и 6 часов, и вообще сутки крутиться. Первоначально сложно. Ну, один раз там упадешь, там через 15, например. Второй раз там через час или два упадешь. Вот, а потом входишь, там же играет ритмичная музыка такая у Софии. Вот, и входишь в ритм, и уже можешь крутиться сколько угодно. Просто так крутиться, конечно, тяжело. А вот когда играет одна и та же музыка, ну, приятная. Там барабан бьет. Вот. Подскажите, что нужно делать для того, чтобы трость набирала силу, энергию? Вообще полые предметы, они набирают силу. Потому что вообще все заряды, они располагаются, как правило, на поверхности. Вот даже такие эффекты, ну вот провода, да, стали же делать. Ну, что мед натянуть провод? Металл дорогой, медь. Вот, берут полиэтилен там или какой-то другой материал, напыляют на него медная поверхность и пропускает. Он также пропускает, как и такого же диаметра медный провод. Вот и все концентрируется, потому что на поверхности. Крестная, заканчиваем пятую точку на лбу или на пупке. У нас дело в том, что вот эти кресты, они вообще накладываются на цару. На весь организм обычно накладывается звезда Ра. Ну, или ее сейчас как называют, звезда Богородицы, восьмиконечная звезда. Вот. А вообще, вот мы начинаем снизу, да, снизу, вверх, потом и обратно на пупок, как вы сказали. Потому что у нас 5 касаний, у нас завершенная фигура. Медный куб порос в пищу можно употреблять, который в магазине садовод продается. Ни в коем случае это яд. То есть сразу сыграйте в ящик. Даже калийную соль не рекомендую, потому что она тоже, она не очищена, там чего-то нет. Калийную соль можно только 100% очистка. Тогда она нормальная. Мне 30. После ковид проблемы с сердцем и тревожность. Что можно предпринять? Понятно, что лучше, конечно, почистить организм. Потому что сердце, когда уже начинает болеть, это говорит о предельной зашлакованности организма. У нас же все лекарства, которые употребляют против ковида, да вообще хоть против чего, они забивают печень. Очень круто причем. Вот, а мы же ее не чистим. А 30 лет – это уже, в принципе, расцвет старости. С 20 лет вы уже стареете. Ну, все стареют с 20 лет. Потому что печень работает там 15-20% всего. Кровь уже не очищена, потому что там формируются отростки от полувены, которые сразу впадают в вену кава. И, собственно говоря, идут. Значит, сначала малый круговорот, а потом попадает большой круговорот. Ну, а кровь уже не очищенная. Вот, почистите печень, ну и сердце полегче станет. Скажите, когда-то находили исчезнувших со сцены балерин, которые улетели, телепортировались во время кручения? Если да, то где, не знаете, далеко улетали, не благодарю. Но некоторые там оказывались в соседнем городе, еще там, недалеко от
театра. А некоторые так и не проявились, не узнали, не попали в параллельное пространство. Скажите, пожалуйста, что будет, когда наш курс закончится в конце декабря? Будет ли какое-то продолжение? Хотелось бы оставаться с вами на связи. Ну, у нас магия, она будет продолжаться. Сейчас она идет. Какая польза и вред от Глута Диона? Встретила противоречивое мнение. Благодарю за ответ. Но не значит, что Глута Дион. Я говорю про глютен. Глютен – это составляющая пшеницы, прежде всего, ну и некоторых других злаков, которые обладают качеством блокирования синтетических способностей нашего кишечника. И более того, она, этот глютен, он может проесть кишечник. Вот прободение, когда происходит, это из избытка, когда мы едим много белого хлеба. Хлеб вообще лучше не есть. Во всяком случае, белый. Потому что пшеница вообще непонятная. Откуда она и что она? Моя дочь живет в доме, напротив которого стоит большая заводская труба. Говорит, если напротив дома стоит труба, то все благополучие влетит в трубу. Верно высказывание. Но если вы в него верите, конечно, верно. Если не верите, то нет, конечно. Тогда получается, что у нас все печки с трубами, да? Иначе все в трубу улетает. Нет ведь? Вы сказали, что резиночка на коробочке создает потенциал. А какая именно должна быть резиночка, чтобы она нормально копила потенциал? Коробочка, которая на руке. Но это, я говорю, о тфилимах. Но это у евреев она до сих пор осталась, ну, равен. Не у евреев. Вот. Но они там сейчас пишут из Торы или там из Кабальства какую-то фразу и кладут коробочку. А коробочку делают резинку. Но у них уже утрачены вот эти знания. А вот эта резинка, она делается обычно кратно какой-то мере. Например, вы хотите ребенку передать ну, какое-то свойство. Понятно, что у вас таких свойств море и знаний, и всего много. Здоровье. А ребенок, допустим, хередает, болеет. Вы берете его меру. И от пястья и сколько-то. Возьмите тело событий. Казуальное тело. Ну и напишите в этой коробочке то, что вы хотите передать ребенку. Здесь его мера. Здесь его пожелание ему, и здесь ваша мера. А ваша мера, вы ее накачали, а ее накачиваете, но она будет передаваться в мире ребенка. Вы будете не взаимодействовать с ним напрямую, тем не менее вы будете ему передавать какую-то силу, которая у вас уже есть, и которую вы через эту коробочку, то есть через этот тфилим передаете. Ну, это к примеру говорю. Там вариантов ведь очень много. Потому что там не только надписи, могут там быть камни, могут быть, там может быть какое-нибудь колечко или еще какая-то обережная вещь, которая, в общем-то, заряжается какой-то мерой. Можете брать меру земли, здесь отложить, меру солнца. Это все рабочее. Ну и тогда вы будете сами получать энергию Солнца, энергию Земли. Скажите, а как на 3D принтере печатаются продукты питания, например, мясо, а также предметы разные, за счет чего они материализуются? Ну, там же вместо этих иголок с
с чернилами используются аминокислоты, например, там эти жиросодержащие вещества. Ну, из чего состоит организм и вообще все. Поэтому там можно что угодно напечатать. Если можно, хотя бы коротко рассказать, пожалуйста, как методом телепортации брать маргелоны из организма. Спасибо. Но это метод Аверьянова. То есть вы берете, можете в ванну просто лечь. Вот, и включить распылители, которые применяются в аквариумах. Вот, и из вас начнут вылазить вся эта нечисть. Вот то, что возникает вот эта вот телепортация. Скажите, пожалуйста, сколько из 4 островов Гипербореи затонуло, а сколько осталось до сих пор? Да они все затонули. Но это не Гиперборея. Ну, говорят, Атлантида, но это Арктида в действительности. Расскажите, пожалуйста, о новостях с захватчиками на сегодня, если, конечно, об этом можно говорить. Да почему нельзя? Ну, особых новостей нет. Мы думали, что вот тот человек, который побывал на галактическом, межгалактическом совете, вот его приглашают, нас не приглашают. Но он нам рассказывает. Вот. В принципе, за нас немножко цивилизации. Но вроде как сдвинулось, там побольше стало. Во-первых, эти, которые на уровне повелителей находятся. Но, во всяком случае, сильнее всех остальных цивилизаций. Они за нас. Это не может не радовать. И это говорит, и у них ссора произошла. Они вышли из Галактического Совета даже. Ну, как рассказывают. Видите, мы же имеем дело с коварным противником. Он нас в любой момент может обмануть. Даже наших людей может вести в заблуждение. Они того не подозревают, будут вводить нас в заблуждение. Но вот на сегодняшний день такая информация. Но, честно говоря, вот судя по сегодняшней ситуации, когда один город вводит драконовские законы, другой вводит, но Москва еще держится, не вводит. Вернее, вводит, но так, шаляй-валяй. Ну, хотя вот недавно был в Москве, уже стоят опять, чтобы маску одел. Вот, требуют. Но пока не садят на карантин. Скажите, пожалуйста, когда был написан Коран, в каком году примерно появился ислам? У нас дело в том, что Библия была в 1820 году издана миллионным тиражом и раздана бесплатно. И это, собственно говоря, послужило расколом. В это же время появился и Коран. 1820 год. Не 6, не 600 лет, как нам рассказывают. Потому что так, Магомед – это Иван Царевич в реальности, а его посмертный имя – Магомед. Что касается ислама, это не мусульманство. Ислам – это крещение Соломона. Вот, поэтому ислам. Крещение Суни, а Суна – это у нас Александра Вячеславовна, ну, поэтому сунниты. Крещение шии, поэтому шииты. Крещение, ну, это все в ислам сейчас записали. Ну, не ислам. Это все разные конфессии, то, что разные спасы были. Вот крещение Магомета, тоже магометанство.
А вот мусульманство тоже не магометанство. Потому что Муса – это от имени Христа. И у него же Иисус. Вот. И Иса у нас – это в действительности Гисар. Гисарская долина осталась. Вот. Это вообще имя Иса. Имя Ярослава Мудрого. В честь него Гисарская долина названа. Все разное, но их потом объединили все в одно. Но они как только разных спасы, а принцип-то все одно и то же. Скажите, пожалуйста, как за счет религии ислама собирают гавах? Ну, гавах тоже, исламисты тоже мучаются, но мусульмане имеется в виду. В основном женщины. Женщины, потому что у них неравноправие ведь в исламе, в мусульманстве у женщин. Ну и у индусов тоже это неравноправие. Вот и женщины мучаются. То есть, но не привыкшие как бы к этому, уже не воспринимают, что это мучение какое-то. Если там кто и выступает в мусульманстве из женщин. Вот недавно убили такую деятельницу. Вот. Которая за права женщин боролась. Но решила бороться. Вот. Ну, ислам, он чем характерен? Почему раскол произошел с христианами? Ну, потому что они не приняли Библию. Они не приняли страдания как цель жизни. Вот, поэтому, ну, им был написан специально Коран для того, чтобы, ну, там надо было убрать, там же у нас Мишна была, а тут Библия появилась, вот, а Мишна как раз вот отменила перевоплощение, это вот пьет самозванец Лел, которого Никоном назвали, кто такие швайцы изначально, это земляне, конвертированные в Бонн религию, или это Германия. Бонн – это Германия, это продолжение фашистской Германии. У них Новый Берлин там в Антарктиде построен. Нью-Берли, как они сами говорят. Вот. Они, получив вот эти технологии и от Бонна, собственно, от Тибета, и от этих серых, вернее, этих рептилий, ну и еще от Унверна. Вот. Они, собственно говоря, после этого развились, вот сейчас до 4 миллиардов размножились уже, претендуют на то, чтобы убрать человечество, самим заселиться. Ну, сейчас же построили много городов, и китайцы, и наши построили в Америке. Пустые города стоят. Ну, да, не Детройт, который брошен был после того, как у нас все производства перегнали в Китай. Да, Детройт, он стал не нужен. Это же промышленный был город. Вот. Но они земляне, да, но поскольку они воспитаны на фашистской идеологии неземная, то они, в общем-то, притягивают к свои тела, души, иноземные, то есть инопланетные. Закручиваясь по формуле 6 по часовой стрелке и 1 против того, и произнося функцию текущего Бога, например, имя славы и почета, приводит синхронизация с текущим Богом, конечно. В глубинной книге у пяти брата описано, что он общался с котом Прометей, который давал ему знания. Это так. То есть Прометей действительно жив, но находится где-то в значении. Но Прометей – это вообще рус. Вот. А у нас имя и Прометей, и готы, они, в принципе, тоже. У них не православная система, у готов. Вот. И у них может быть такое имя Прометей. Но это не значит, что старый
Прометей, который описан в греческих новодельных легендах. Если швабцы, по сути, имеют в основном рептильные души, почему они считаются человечеством? Это потому, что волку выгоден Галах. Они, никто там не заинтересован оперировать истинными понятиями. Но они не сами считают себя человечеством, они наоборот противопоставлены человечеству. Это инопланетяне, все остальные считают, что это все человечество в действительности, что швабцы, что американцы, что китайцы, это все человечество для них. Хотя мы все разные, у нас делают разным то, что китайцев выводили, американцев пускали. Так и Европу, там и всех остальных белого населения, землян именно. Скажите, пожалуйста, если купол находится на расстоянии 1000 километров, но учитывая, что учеными было установлено, что открытый космос начинается с расстояния около 10 000 километров, где заканчивается внешняя оболочка, которая имеет название экзосфера, то как понять информацию о том, что спутники летают на высоте свыше 1000 километров? Нет, спутники летают свыше 300 километров. Они все под куполом. Выше не поднимаются. Скажите, пожалуйста, в каком году человечество перешло на язычество, то есть отказ от Казания? Что способствовало этому изначально? Вообще, на язычество нас перевел Владимир. Он, собственно говоря, отказался, в принципе, от Казания. И вот вел язык как средство общения. Но это была вынужденная мера, потому что для нас вообще язык использовался и сугубо для работы с природой и для военных действий. И владели жицы. Владимир посчитал, что поскольку идут постоянные вторжения и эти вот крестовые походы против человечества, надо вводить язык с детства. Поэтому было введено язычество. Звуковой язык – это язычество. После заговора на сучок его потом сжечь или закопать, или утопить. А где делать наговор? В квартире или лучше на природе, где угодно. Что такое триптих и где он используется? Триптих – это три створки. То есть складень – это две створки, а триптих – три створки. Он у нас раньше продавался в каждой церкви, не знаю, как сейчас. Существует ли какой-то способ общения с душой? В одной из книг у вас написано, что можно давать команды телам через нанесение знамения на себя. Как это работает? Нанесение знамения на себя – это в основном нанесение фильтра. Потому что у нас вот эти цары, то есть естественное углубление на теле человека, они не защищены. И на них наносится фильтр. Текущего Бога мы наносим на себя знамение. И в этом случае туда может попасть только то, что связано с этим знамением. Скажите, пожалуйста, какие падежи в древнерусском имеют окончание в словах шейха, например, смотрящее от слова смотреть, глядяха от слова глядеть. Вы говорите сейчас не о падежах. У нас дело в том, что сейчас только прошедшее будущее и настоящее, да? У нас были грядущие, нынешние, то есть эти части, временам глаголы изменялись. Нынешнее, грядущее, прошлое, прошедшее. Вот. Но это только я сейчас вот 6 раз вам сказал, да? А их еще больше было. Вот в этом
в английском там длительное, да, у нас тоже причастные, там причастные, но это тоже как бы глаголы в реальности, но они имеют еще и качества какие-то, вот наречия там, например, качества, вот, и они тоже связаны со временами. Что такое кристалл Фогеля, как он выглядит, для чего он служит? Ну, не могу сказать. У нас дело в том, что кристаллов вообще много, которых нас изъяли из нашей культуры. Ну, их много. Ну, например, яхонты. Яхонтовые месторождения есть. Мне один геолог рассказывал, потому что он участвовал в его открытии. Это говорит, голубой камень, прозрачный. А у нас все драгоценные камни, они должны быть прозрачными. Сейчас, правда, расширили список драгоценных камней. Туда попали и непрозрачные в том числе. А вот яхонт красивый камень, он красивый алмаз. Особенно обработанный. Вот. И вот все вот эти синонимы, так называемые, камней их много, да, там у опала сколько синонимов, например. Все разные камни. Да, не один опал. Вот. Потому что эти камни реально обладают магическими действиями. Значит, Бог может помочь как-то владеть способностями Гуна? Конечно. Спирулина и хлорелла растут только на свету. Темные бочки они расти не будут. Дело в том, что у нас растения, если к ним подвести слабый электрический ток, просто воткнуть два металла, цинковый стержень и медный. Вот тыкаете в дерево, дерево может расти в подвале. Оно будет цвести. Если там будут мухи или кто-то, ну или оно самоопыляющееся, значит, оно будет плодоносить. При этом никакого света не будет. То, что маленькие электрические токи, они выполняют функцию света. Поэтому вы можете эти два электрода засунуть в банку со спирулиной или хлореллой. Они будут там размножаться, расти. Поэтому в Голландии в детских учреждениях открывают окна и двери. Весь учебный день дети стали больше болеть. Продуло. Да. Трибух – это даже бог, Троян и Берегиня, спасибо. Трибух – это даже бог, а Троян и Берегиня, и к ним же относятся Бала – бог, и Чара – бог. Это все четыре бога. Ну, Троян их возглавляет, как бы, да. Вот. Они относятся к казуальному телу. Но Троян и Берегиня, они имеют числа, а Чара-бог и Бала-бог, у них числа бесконечны. Ну, потому что Чара-бог – это все отношения чисел, а Бала-бог – это все меры, но это иррациональные числа. Все меры, как правило, иррациональны. Скажите, пожалуйста, если поставить перед мощным вентилятором кристалл какого-либо бога, то можно ли таким способом перегнать себя, его функции, и, допустим, подключить сюда чтение славы соответствующему богу в себя, то есть гласить, стоя напротив этого вентилятора и этого кристалла. Попробуйте. Дело в том, что мы вообще, когда говорим в себя, мы уже тоже создаем поток и мысли, и воздуха. Да, естественно, мы передаем свойства. Это то, о чем говорим.
Вот. А если вы... Вот сам по себе кристалл, он работает в том случае, если он в реальности участвует в каких-то ритуалах. Вот почему у нас, когда идет ритуал, все свои камни складывают в центре, для того, чтобы они насытились этой энергией. Потому что мы же эту благодать или принимаем, или наоборот отдаем. Но во время благоденствия мы принимаем, поэтому мы кладем все в центре. Для того, чтобы они пропитались. И тогда уже вентилятор точно будет работать. Ну, с этим кристаллом, естественно. Просто кристалл положить ничего не будет. Потому что с любым оберегом, любым талисманом надо работать. Расскажите, пожалуйста, о пользе ароматических масел. Я увлекалась в последнее время этой темой. Мне нравится чайное дерево, эвкалипт, роза, жасмин. Нашла масло мирры и лаванды в интернете. Интересно, что у них мирра. Что они понимают под мирой. Потому что мирра вообще, она состоит из деревьев, масел деревьев, которые росли, когда у нас был рай. Мир. Здесь был вопрос про гон. Что такое гон? Гон – это как раз вот поток, передающий свойства с одного предмета на другой предмет. Вы говорите, что пить воду с уксусом, организм выделяет щелочь. И организм не закисляется, так как в закисленной среде живут плохие бактерии. Тогда зачем пить воду с содой? Она же вызывает выделение кислоты и закисление организма. А кислая среда, я так поняла, это плохо для организма. Вот смотрите, у нас качели, да? Вот можно как качать? Можно... Когда она останавливается, качель на верхней точке, вы ее качаете, да? Вот. Когда она в другую точку попадает, вы ее тоже качаете. Ну, кто-то другой там. Но разные действия. Вот если вы точно попадаете, когда она останавливается, то есть движения нет, а вы толкаете. Так вот, когда вы проснулись, да, то есть у вас как бы маятник, он начинает раскачиваться, он только на высоте еще, организм полон сил, он за ночь восстановился. В этот момент даете импульс. У нас к утру все функции, кислотность, она ушла, то есть организм выровнялся, стал щелочным. С утра всегда щелочная реакция. Вот к вечеру, я именно внутри организма, потому что у нас, как ни странно, моча к вечеру увеличивает щелочность. Хотя мы в реальности, там же энзимы, они же разлагаются на аминокислоты. А аминокислоты имеют кислую реакцию. И у нас внутри организма кислая реакция, а наружу щелочная. И это логично, потому что есть принцип Лишателье. Вот. Поэтому, когда вы имеете щелочную реакцию с утра, ну, приняли еще щелочь. Потому что мы можем ведь... Вот качель сюда качнулась, вы сюда толкнули, да? Она пошла сюда, и вы этим же действием в этой же точке, когда она собралась обратно, вы ее пихнули, она еще вылетела, а потом полетела обратно. То есть, когда вы, ну, у вас уже кислотность возвысилась вечером, да, внутри организма, вы еще дальше дали кислотность больше, она еще больше взлетела. То есть, у вас раскачивается амплитуда.
Амплитуда в данном случае есть потенциал организма. Как понять, что конкретно тонкое тело сформировано? Какие ощущения при этом возникают? Ну, очень просто. Вы же можете им путешествовать, вставать, ходить везде, видеть все. Скажи, пожалуйста, почему тот известный индийский пранаед Прохлад Джани, который 70 лет прожил без еды, имел дряхлую кожу, седые волосы и ушел из жизни, так рано учитывая его образ жизни? Но он же все равно питался энергией людей. А там, в принципе, видите, возраста все равно, с возрастом накапливаются эти все изменения. И заревная печень там и все прочее. Поэтому старение там все равно происходит. Старение не будет происходить, если вы при этом чиститесь. Где можно узнать языки Девонагари и Сензар? Прямо очень интересно и цепляет за живое. Ну, я об этом писал, книга есть, «Божественность русского языка». Вот, там об этом написал. Скажите, пожалуйста, если голова начинает болеть от давления и чувства, что она взорвется, то какие лучше использовать лекарства? Если человек не употребляет фармацевтические лекарства и является сыроедом, какие зимой можно использовать народные средства для избавления от этого недуга? Что можете посоветовать? Это печень, прежде всего, желчные протоки. Голова болит. Особенно, если вот у вас теме болит. Ну, это желчь точно. Натока нет. Можно, конечно, специально там желчные гонные средства употреблять. Ну, типа, например, магнезии. Но лучше почистить печень по-человечески. Не будет голова болеть. А вы ничего не рассказали о пользе ароматных масел? Расскажите, пожалуйста, благодарю. Дело в том, что нас же лечили людей именно фитонцидами, ну, то есть ароматами. Не было этих ни... Вот. Вытяжек всяких из растений не было. Вот. Запахи были. И было время. То есть каждое время обладает своим свойством. Вот у нас обладает День благоденствия, когда боги нам дают свое качество. Там мудрость, слава и почета, здоровье, ну и так далее. Ну и мы это все потребляем и приобретаем. И вот у растений, если брать с них росу, например, ну или просто самому капать воду и держать какое-то время, в определенный период, в определенный час, чтобы свойства этого именно времени передать потом организму. Вы сказали, что нужно употреблять пищу калий-хлор. А в каких продуктах или видах он существует? Ну, во всех растениях присутствует. Вот, если вы трава там сожгете, в пепле тоже он присутствует. Вот, но вообще лучше употреблять отдельно калий-хлор. Ну все, вопросов больше нет. Ну, кого же ночь, то спокойной ночи.